Юбилейный сезон САХА Академического театра имени Платона Аюнского начался с большого европейского турне по странам СНГ. Спектакли якутских актеров увидели зрители Кыргызстана, Казахстана, Татарстана, Башкортостана и Москвы. Всего было представлено 7 спектаклей. В рамках евразийских гастролей «Легенды Саха-театра» состоялись 2 премьеры. В Уфе это были хунские повести «Граница» Николая Лугинова. А в Москве в Малом театре «Сцены на Ордынке» состоялась премьера «Мамаша Кураж и ее дети» по пьесе Бертольда Брехта. В Якутске премьеры запланированы на 1 и 3 декабря. Гастроли театра произвели фурор и прошли с большим успехом. Репертуар продлинный. Значит, государственная премия СССР, государственная премия России, представлена золотую маску, получившую золотую маску и так далее. Потом, тем более, 2 премьеры, актеры наши очень известны, разнообразные, даже в эстетическом плане какие-то разнообразные репертуары, конечно, очень заинтересовал. Но и с другой стороны, уровень театрального искусство тех регионов, где мы были, не так не превышает того уровня, который есть у нашего театра.